Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, я признателен вам за то, что вы нашли время для встречи. Я хотел бы коротко проинформировать о том, о тех процессах, которые сегодня происходят в Абхазии в связи с спецоперацией, которая проводится в России на территории Украины. Граждане Абхазии, абсолютное большинство, понимают, насколько это важно, понимают, что это необходимая мера. В этом смысле у нас люди подготовленные. Вы знаете, только что сказали о том, что мы признали независимость этих государств. У нас прошел многотысячный митинг. Мы дважды осуществили гуманитарную акцию, направили определенные виды грузов.